Юрий Борисов со ссылкой на сайт радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о том, что Ростелеком объявил о частичной блокировке социальной сети ВКонтакте. Проблемы у некоторых пользователей «Контакта» возникли еще на минувшей неделе в пятницу. Однако лишь накануне поздно вечером в официальном твиттере холдинга появилась следующая запись. По решению Лефортовского суда часть ресурсов ВКонтакте были заблокированы. Мы, как оператор связи, были обязаны это сделать. В администрации социальной сети о проблемах знают, рассказал пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин, однако относится к ним скорее философски. У нас все хорошо работает. Единственное, что поступают жалобы в поддержку от абонентов Ростелекома. Через других провайдеров все отлично. Рекомендуем либо сменить провайдера, либо дождаться, пока тот устранит технические трудности. В настоящее время проблемы с доступом к сайту наблюдаются в основном у пользователей из Центрального федерального округа. Пользователь твиттера Сергей рассказал, что с нового года проезд в автобусах Владимира подорожает на 2 рубля. Ковровчанин Виктор Майстренко анонсирует перемены в городе Оружейников. По его информации, в декабре этого года свой пост покинет мэр Коврова Виктор Кауров. Ему на смену, по информации блогера, придет Анатолий Зотов. Анастасия Приуполина приглашает всех желающих на поэтический конкурс художественного слова «Крылатая табуретка». Он состоится 9 декабря в актовом зале Владимирского государственного университета. И последнее. Пользователь твиттера Алексей под псевдонимом Лада33 сфотографировал вот такую забавную картинку и подписал, что варит кусачки, потому что какому-то хитрому авиационному предприятию нужны строго без ручек. На этом все. Не забывайте читать нас в твиттере.